Чернобыльское облако трижды или четырежды крутилось над всей планетой, в основном северное полушарие. 400 миллионов человек получили чернобыльское, 400 миллионов человек получили значимое чернобыльское облучение. Сейчас, в наши дни, через 30 лет, 5 миллионов человек живут на территориях, где жить опасно. Больше 1 кюри на квадратный километр. 5 миллионов человек, в том числе 800 тысяч детей. Почему низовые врачи до уровня, там, скажем, области говорят, вот да-да-да, страшные последствия в виде вот такие-такие, а повыше поднимаются, и ничего страшного, нет доказательств, недостаточно статической силы этих самых исследований. А потому, что существует договор между МАГАТЭ и Всемирной организацией здравоохранения, по которому Всемирная организация здравоохранения в нарушение клятвы Гиппократа обязалась ничего не говорить плохого про радиацию без консультации с этими самыми с товарищами атомщиками. Я попробовал посчитать, около триллиона долларов. Если бы эти триллион долларов повесили бы на атомную индустрию, все бы кончилось давным-давно.